Безумный фокус. Пристегните ремни безопасности. На самом деле меня зовут Рэдж Гаттридж, но я хочу вам сегодня показать самое интересное из мира бокса. Раунд первый. Человек-птица идет. Начнем, пожалуй, с самого интересного боя за всю историю бокса. Лас-Вегас, 1993 год. Я был рядом, я комментировал этот матч. И более того, я хочу, чтобы вы сегодня подумали о «Звездных войнах». Да, действительно, это Эвернер Холлифилд против Мо. Я говорил вам, пристегните ремни безопасности. Я знал, что так будет. Осталось только 3 секунды, и раунд заканчивается. Холлифилд, по-моему, выигрывает. Это вообще ничего по сравнению с тем, что произошло в 7-м раунде. Посмотрите внимательно, это целый боевик. Боже мой, только парашюта здесь не хватало. Кто это такой? Откуда он взялся? Это невероятно. Бывает все в мире бокса. Рефери говорил, боже мой, я знал, что так будет. Так получалось. Это второй финал, который говорит, что все может случиться. Он только что потерял свою удачу, а зрители начинают свою игру. Многие говорят, что это была рекламная выходка. На самом деле все не так, потому что зрители сами приняли участие в этом деле. Он встает на ноги. Посмотрите, это финиш, конец Бона, последний колокол. Что происходит? Холлифилд выиграл. Нам же как интересно. Он сделал то, что не удавалось никому. Удивительный финал безумного боя. Еще один драматический момент. Бой, название самого главного чемпиона мира в тяжелом весе. Что интересно, встречаются самые интересные бойцы. 7-й раунд. Эвандер Холлифилд и Мо. Мо, пожалуй, забыл о защите. Он должен доказать, что это случилось не случайно. Шейверс это сделал раньше. Не более того, он хочет сказать, что он знает, как боксировать. И это действительно так. Какая удивительная чемпионская игра. Вы посмотрите внимательно. Действительно интересная мысль. Сенсационный раунд. Судя по всему, время вышло. Его спас звук гонга. Ларри Холт и Эрни Шейдерс. Интереснейшая борьба, которая продлилась до 11 раунда. Какой интересный удар. Только с одной стороны. Что скажет рефери? Судя по всему, он не обращает внимания на все это. Думает, что он сын, что у него все в порядке. Да, действительно. Шейверс, во всяком случае, спас лицо. Он остался на ногах. 4-й раз он стал чемпионом. Раунд 2-й. Дело в веревках. Я говорил вам, что бокс не просто интересный вид спорта, но и очень смешной. Посмотрите внимательно, как этот интересный боксер пытается войти на ринг. Более того, он не знает, как уйти с него. Один судья подумал, что победа принадлежит ему. Хотя бы один. Тяжело считать счет, но на самом деле он сам... Боже мой, что происходит? Он не знал, как войти, не знал, как выйти.
Чушь. Того боксера, который не знал, как войти, тому, который не знал, как уйти. 1988 год. Сеул. Интересные Олимпийские игры. Кристоф выигрывает. Люди утверждают, что Насим Хамад проиграл. Что делается? Посмотрите внимательно. Это удивительная и смешная ситуация в Олимпийских играх. Теперь он бросает всякие гадости на ринг. Более того, он бросает это в рефери. Хотя очков за это не дается. Ему дают предупреждение. Протест одного человека. Он сел на ринг, потом лег на ринг, и более того, он устроил настоящую демонстрацию. А теперь наиболее интересный и скандальный чемпион Британии. Джимми Прейм против Ники Цереза. Зачем это? Кто его знает? Рефери сам знает, что делать. Тайм-аут. Черри на коленях. Что происходит? Он поднимается. Боже мой, как интересно. Рефери, во всяком случае, знает, что делает. Мне кажется, Шерри известен своим бойцовским характером. Он не играет, он на самом деле так чувствует себя. Какой удивительный финиш, джентльмены, какой удивительный финиш. Смотрите внимательно. Какая глупость, боже мой, не могу поверить. Какой ужас. Я думаю, что эти люди знают, что делают. Посмотрим в повторе. Посмотрим, какая глупость. Шерри не мог продолжать, и поэтому мы переходим к другому бою. Насим Хамад, человек, который умел танцевать на ринге. Более того, его называли боксером-танцором, и поэтому он сегодня показывает все, что способен. Не всегда это получалось удачно. Типичный принц-клоун. Еще одна попытка. Так у него и получилось. Это только начало. Цирковой клоун. Что сказать еще? Он всегда давал возможность полюбоваться публике за деньги. Но посмотрите, это бой против Ники Цереза. Ники не знает, что против него боксирует мировой чемпион. Один удар. Ники в нокауте. Похоже. Раз, два, три. Он может продолжать. Для него, по-моему, все кончено. Еще раз. Вы сами все видите, боже мой. Ники конец. Это удар, который был сделан очень хорошо. Рефери говорит, не хочу продолжать бой. И слава богу, потому что весь ринг в крови. Хорошо, самая главная победа. Иногда чемпионы бокса утверждают, что у них победа совершенно своя. Третий раунд. Самые лучшие раунды. Многие судьи скажут вам, что Джордж Форман не превзойден. С другой стороны, я хочу, чтобы вы посмотрели на самый интересный раунд с моей стороны. Джордж Форман против Рона Лайла. Форман пытается держать свои силы в запасе.
Это не что иное, как демонстрация. С другой стороны, Рон Лайл находится на месте и дает ответный удар. Форман в неприятностях. У Формана большая беда. Видите? Джордж валяется на земле. Джордж, тебя считают. Раз, два, три, четыре. Удивительный бой. Рон Лайл. Удивительный бой. Всего лишь несколько минут назад был совершенно дикий бой, после чего Джордж оказался на земле. У Джорджа большие неприятности. Неудивительно, комментатор действительно очень интересно относится к этому бою. С другой стороны, не так вы думаете, что он слишком много эмоций вкладывает в живой комментарий. Он уже у веревки. Он уже кричит. Боже мой, что делает Форман? Он абсолютно открыт. Китайский удар. Удар с лета. Именно так, как любит публика. Осталось только 10 секунд. Боже мой, 9, 7, 6, 5. Форман дает левый удар, правый удар. Форман лежит. Что это такое? Неужели Лайл сможет оказать ему конкуренцию? Какой удивительный бой, Кеннет. Какой удивительный бой. Лайл. Форман держит защиту. Он уже у веревок. Форман, у него опять проблемы. У Формана большие проблемы. Если вы заметили, Форман все время держится ближе к веревкам. Он смотрит сюда. Он даже не видит ничего. Ринг ему не заметен. Пожалуй, это травма. Форман глотнул. Лайл на месте. Это же тяжелый вес, боже мой. Вы можете себе представить силу их удара? Мы знаем, как бить. Апперкот правый. Лайл утверждает, что он сильнее сегодня. Посмотрим Лайл. Теперь Лайл. Лайл. Невероятный бой. Невероятный бой, в котором все показывают все, на что способны. Он не уйдет отсюда без славы. Многие люди утверждают, что эти боксеры не самые высшие по мастерству. Однако, посмотрите внимательно. Это второе пришествие. Джордж Форман, который боксировал еще через 21 год. Может быть, это конец. Может быть, это конец. Это нокаут в первом раунде. Джордж Форман сделал это. Джордж Форман – гениальнейший боксер. Многие утверждают, что это будет тоже было невероятным. С другой стороны, это Смокин Джо против Рой Гамса. Джордж Фрейзер устраивает ерунду из 19-летнего боксера, который отважился бросить ему вызов. Он из Мехико, он мексиканец. На этот раз победа понятна за кем. 5 раз за 6 раундов он выиграл. Смотрите, Фрейзер играет дальше. Это его мишень. Он готов к повторному удару. И он это делает. Действительно, бой остановлен, потому что больше этого продолжаться не может. Это нужно остановить. Это конец во втором раунде. Джордж Форман выиграл. Чемпион
мира в тяжелом весе. Прошло 3 года. Фрейзер пытался выбрить себе голову для того, чтобы найти психологические преимущества. На самом деле, посмотрим, что получилось. Он не добился победы даже в 5-м раунде. На самом деле, Форман остался на месте. Многие свидетели говорили, что были интересные моменты в этом бое. Много нокаутов, много ударов. Но это Кейлор и Рой Гамс. 4-й раунд их боя, 93 год. Действительно, динамичный бой. Но это еще только начало. Рой понял, что пропустил много интересных ударов, но с другой стороны, он сам хороший боксер. Один удар в висок, и все, он потерял контроль. Тейлор на коне. 4-й раунд. Один удар, и Тейлор оказывается на земле. Что происходит, никто не знает. Ему не потребовался бы лед, если бы он выиграл. Действительно, это последняя победа, которая далась большой ценой. Долгая война завершилась. Он показывает публике, что не только Кейлор может его победить, а буквально все. Хороший удар. Удар правой. Еще один удар. Филосея ударов. Я думаю, что у Кейлора большие проблемы. Когда-то он выигрывал, но теперь он проиграл. Удивительный поворот событий. Кейлор отправляется обратно. Атака на чемпиона. Смотрите, он собрался с силами и устраивает целую избиение младенцев. 15 минут осталось до конца раунда. Что это такое? Боже мой, он чемпион? Что он делает? Неужели его перестали чемпионом? Он буквально прыгает на ринге. Служба безопасности в неведении. Когда-то он проигрывал, Кейлор теперь выиграл. Странное чувство. Мир к миру, говорит Рой. После апперкота, мне кажется, Кейлор выиграл. Потому что Рой Гамс проиграл и потерял интерес к игре. Раунд 4. Бой боев. Посмотрим на самый интересный раунд. Нет, лучше на самый интересный бой. Арчи Мор против великолепного Кенни Карролла. 40-е годы. Этого вы еще не видели, но это полная сенсация. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Встает. Эшли Мор все-таки встает, несмотря ни на что, и наносит серию ударов. Эшли Мор, прекрасный боксер, он на ногах. После того, как все говорили о нем, он не встанет. Он встает. Но не твердых ногах, но все-таки встает. Он просто автомат. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И все равно он встает. Боже мой, какой интересный бой.
третий раунд. Говорили, что после этого боя выжить невозможно. Тем не менее, Арчи Мор и Кенни Гарл дошли до пятого раунда. Шесть. На счет шесть никто не встает. Две минуты осталось до конца раунда. Один удар правый. Арчи Мор знает, как это делать. Драматическая ситуация перешла к худшему в десятом раунде. Осталось 10 секунд. Что будет? Гарел на месте. 3, 4, 5, 6, 7. Время остановлено. 8, 9. Буквально на девятом счете он встает. Осталось только несколько секунд. Хорошо. Гарео знает, что делает. Он тоже профессионал. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Он все равно встает. У меня стынет кровь в жилах. Что происходит? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, он с трудом встает и все-таки встает. Нет, не встает. Боже мой, какой интересный матч. Все это было в черно-белом варианте. А теперь страховые годы. Во-первых, Леонард Стил, Тони Зал и Рокки Грациано. Это самые интересные боксеры в то время. А Рокки был сделан фильм и написана книга. 48-й год. Давайте посмотрим на бой Тони Зао и Рокки Грациано. На седьмом сете он встает. Кажется, что Рокки не может продолжать. Посмотрите, невероятно. Рефери так и показалось. С другой стороны, рефери не стал продолжать матч. Прошло 3 месяца, Зао стал защищаться вроде другого боксера, который боксировал на принципе блица. Слишком тяжелый звук колокола, и слишком поздно, чтобы спасти Зао. Посмотрите на этот ужасный финиш. Замедленное движение. Марсель Сюдон, человек, который известен тем, что устраивал свидание Эдит Пиаф, не менее, чем на боксерском поприще. И тем не менее, он идол во Франции. Марсель Сюдон против Зао. Продолжаемся. Серьезные битвы. Посмотрите. Самое интересное возвращение всех времен и народов. Хавьер Кастро и Джон Дэвид Джексон. Удивительный бой, решенный одним ударом правой. Рефери просит проблемы. А что это такое? Я не верю этому. Невероятный нокаут. Извините, меня прервали, но с другой стороны, я не мог отказаться от комментариев. Невероятный удар. Это просто невероятный, безумный нокаут. Я никогда такого не видел. Никогда раньше бой не останавливался на этом месте. Ужас. Стэнли, встань. И так все знают, что это самый интересный вопрос. Раунд пятый. Счастливые боксеры.
Многие утверждают, что самое главное в боксе — это удары. С другой стороны, есть определенные гроссмейстеры, например, Боб Фостер и Гэри Купер. Посмотрим. Но сначала Боб Фостер против великого алжирского боксера Дика Тайга. Тайга лежит. Тайга лежит. Что это? 6, 7, 8, 9. Тайга лежит. Боб Фостер стал самым интересным и новым чемпионом в легком весе. Матч-реванш. Посмотрим, что это такое. По-моему, он хочет убить его. Очень высокий удар. Надо же. Смотрите. Удар левый, потом удар правый. У него есть большое мужество. И он об этом знает. Он уже не стоит. Этот человек буквально выметен из ринга. Восьмой анонс. Посмотрим на один открытый удар. Оскар пытается понять, что это за противник у него. И один удар, и все. Рефери кричит. А теперь к рефери. Самый драматический финиш за все время, когда я рекламирую боксерские поединки. Джо Эрскин показывает, что он не хочет свести концы с концами. Он на месте. Эрскин очень устал. С другой стороны, Келли Купер действительно посылает его на веревке. Хенри Купер, судя по всему, по нокауту выиграл у британца Джо Эрскина. Многие могут браться за удары. С другой стороны, мало кто может убить этим ударом. Есть Майк Тайсон, человек, который 20 лет стал чемпионом в тяжелом весе. Это будет удивительный матч. Все, конец. Майк Тайсон выиграл. Это новая эра в боксе. Давайте вспомним о ужасных ударах, которые происходили еще в 40-х и 50-х годах. Сэм Хьюстон и Кливленд Уильямс. На восьмом ударе Кливленд ложится на землю. Не хочет ли он продолжить матч? Судя по всему, хочет. Уильямс второй раз ложится на ковер. От одного удара к другому. Это Томми Хернс против известного кубинского боксера Пепино Куэвас. 4, 5, 6, 7, 8. И на 8 он встает. Он может продолжать бой? Нет. Судьи говорят, что победа присуждается его сопернику. А теперь Барселона. Южный полюс. Так называется казино, в котором проходил этот бой. Марвин Хэллер и Уильям Монро. Полторы минуты до финиша. Боже мой, что происходит? Невероятно. Смотрите, удивительный исход боя. Никто не знал, что так закончит. Все, конец. Бой закончен. Раунд шестой. Боксер Болтун.
Безусловно, Мухаммед Али, мой старый друг, самый главный говорун на корте. Никто не может с ним сравниться. С другой стороны, боксер-болтун — это просто начало для серии подражателей. Итак, Али выходит на ринг. Многие говорят, что это конец для меня, для моей карьеры. На самом деле, все это ерунда. Давайте посмотрим. 1973 год. Победа по очкам над голландцем Руди Люминсом. Давайте посмотрим, как он ведет бой. Более того, как он разговаривает. Я хотел сказать, что Томми Перес пытается устроить защиту, но после таких ударов никто не может оказаться безнадежным. Теперь Али выходит на самую высокую позицию, и Томми Перес не может ничего противопоставить этому. Знаменитый Али жалуется. Если он жалуется, значит, что-то не так. Тони Перес на этот раз показал, что он умеет драться. Али всегда говорил, что в этом бою он просто споткнулся. С другой стороны, посмотрите, что вы скажете? Ужасный удар, ужасный удар. Чак Вебнер отправляется к Али. Посмотрим, что он скажет. 6, 7, 8. И на восьмом раунде он встает. Удивительный удар. Очень коварный. Это была неудачная сторона Али. С другой стороны, он с трудом прибегал к таким запрещенным приемам. Хотя разговаривать на ринге любил. Посмотрим, как он сегодня разговаривает с Джерри Куари. Он говорит, что кулаки — это его дело. С другой стороны, возьмите, например, его. Али говорит, ну иди, иди, дай мне по морде. Куари теряет равновесие. Али, судя по всему, безотносительно к Куари, абсолютно утверждает, что он доволен. Не может ли это привести к дисквалификации? Али притворяется, что у него в коленках слабо. Это просто притворство. Али продолжает бой. Это был действительно интересный бой. И видите, все кончено. Все кончено. И правильно. Раунд 7. 2 кусочка сахара. Али всегда был одним из самых наилучших боксеров. С другой стороны, есть и другой боксер. Рэй Робинсон и Рэй Леонард. Рэй Шугар Леонард. По прозвищу Сахар. Посмотрим, как он действует. Шугар Леонард доказывает еще раз, что он сильнейший в мире. Удивительная победа по нокауту. Типичная победа Робинсона. И это показывает, как он работает в стиле чемпиона. Он был чемпионом 5 раз. Старый сахар и новый сахар, тем более сахарный. Шугар Ли Леонард против Марвина Хаггера, великолепного боксера, которого мы уже видели. Вы видели, как работает Хаггер? Один удар, тяжело. Удивительная тактика в исполнении Шугара Леонарда. И тем не менее, он работает. Он стоит на ногах, как и Ражди. Кажется, Хаглер может продолжать бой в том же стиле. Удивительная тактика со стороны Хаглера. Бой двух гигантов. Никто не знает, чем он закончит.
Леонард работает, группируется. Он в левом углу. Тем не менее, он уверен, что выиграет. Девятый раунд, в конце концов, осталось совсем немного. И вот Леонард приходит в атаку. Вы видите, что происходит. Один из лучших ударов. Ничего не произошло. Публика неистовствует. Молодец. Это один из лучших ударов, которые я видел в жизни. Очень многие люди пришли сегодня посмотреть на этот матч. Леонард показывает, что он способен на многое. Осталось всего лишь 20 секунд до конца матча. Молодец, молодец. Умница. Добро пожаловать в другой угол. Марвин Хейглер хочет сказать, что он еще не побежден. Шугар Рэй работает. Работает так, как я хотел бы пожелать многим другим. 12-й раунд. Осталось всего лишь минута, даже меньше. Это тот самый удар, который стал знаменитым в исполнении Мохаммеда Али. Он настоящий герой в Олимпийских играх. Да, он всегда был там. Он молодец. За это мы его и любим. Ну и что будет дальше? Все на ногах. Судя по всему, все в состоянии продолжать борьбу. Он все время работает серией по двух ударов. Я вам скажу, я мало видел такие бои. Он вернулся, и это было не зря. Вернулся ли он? С другой стороны, вы видите, удар практически открытой ладонью. Еще один, еще один. Время уже вышло. Звучит гонг. Великолепно. Шугар Леонард выиграл этот бой. По очкам. Да, действительно, он выиграл только с перевесом в 2 очка. Итак, Леонард выиграл. Леонард выиграл, но с большой трудностью. Среди английских боксеров, которые действительно сыграли большую роль на мировых кортах, выделяется Бенджамин Конли. Посмотрите, первый бой с Хокманом. Первая минута, и смотрите, что случилось. Прямо на ринге Хокман находится на земле. Это будет в 8-м раунде. Какой сюрприз для нас всех. Никто не знает, что Томми Хоусли действительно великолепный тренер. Неужели он уже перенес удар? Посмотрим. Пройдет минута, все может быть кончено. Нет, я был неправ. Посмотрите внимательно. Баркли работает. Работает как фаворит. Еще раз. Какие удары. Давненько я такого не видел, честно говоря. Но это опасно.
Сенсационный старт поединка. С другой стороны, мы всегда знали, что такое наш любимый боксер Бенджамин Хоксли. Он работает дальше. Конечно, это потрясение для Хокунда. Удар вслепую. Сильный удар, но вслепую. Многие могут задать вопрос, где он этому научился. С другой стороны, европейская школа предусматривает именно это. Смотрите, настоящая атака. Он должен держать защиту. Он не сможет. Помните, что Баркли в прошлом году проиграл в этом турнире, и на этот раз он горит желанием доказать, что он сильнейший. Смотрите внимательно, Баркли на месте. Более того, он уже находится на полу. Всего лишь 2 секунды, и может все проиграть. Не будем говорить об этом Баркли, потому что он с этим не согласен. Какой раунд? Он практически перепутал все правила. Тем не менее, бой очень зрелищный. Итак, звучит гонг, и рефери говорит, что кто-то из них выиграл. Я думаю, что даже знаю, кто. Но это еще не конец, потому что были и другие боксеры, которые не сходили с ринга, даже когда им сделали больно. Например, бой Эндро Белотто и Седрика Буа. Смотрите внимательно, Буа контролирует ситуацию, вроде бы. Тем не менее, получает нокаут. Замедленный удар. Мы это все видели раньше. Тем не менее, он не может без ринга. 7-й раунд. Белотто контролирует ситуацию. И тем не менее, Буа лежит, но тем не менее, он не продолжает свое сопротивление. Может быть, кто-нибудь ему поможет? Вряд ли. Потому что защиту я не вижу. Раунд почти закончен. Удары после колокола. Так нельзя. Следующий раунд. Смотрите. Это какое-то избиение младенца. Да, это был не удар. Это был просто апперкот. 7-й раунд. 8-9. Он встает. Бой может продолжаться. Да, может продолжаться. Это никто не знает почему. Невероятно. После такого удара обычно не встают. 3 нокдауна. Такое правило. Если боксер не встает после 3 нокдаунов, значит он снимает это соревнование. Да, на этот раз все кончено. Все правильно. 3 нокдаун и новый чемпион мира в этом весе вам известен. Подсчет. Раунд 8. Стив Холт часто был комментатором спортивных событий, особенно в боксе. С другой стороны, у него были своеобразные моменты, которые практически не имеют конкуренции. Мы говорили ему, сделаешь ли ты нам топ-20 лучших нокаутов? Он сделал.
Это только второй раунд, а исход боя уже предрешен. Удар по корпусу. Да, это неудача. Ребята, работайте. Это конец. Гарри хорошо прикрывается. Нет, не очень хорошо. Ну, что он нам покажет? Да ничего. Смотрите, Макс. Макс прекрасно действует. Удивительный удар. Он держит дистанцию, но это ему не помогает. Он не упускает шансов. Настоящие бойцы. Раунд 9. Ниже пояса. А теперь давайте войдем в этот бой. Madison Square Garden, Нью-Йорк. Оливер Маккол играет с Эдиком Боу. Это можно назвать игрой. С другой стороны, Оливер был как бы пацаны уткой, потому что бой начался не по его сценарию. Боже мой! Еще один удар ниже пояса. Посмотрите внимательно. Он работает, как его учили, но рефери говорит, что время вышло. И более того, он нарушил правила. Он готов к ударам. Тем не менее, рефери постоянно встревает в дело. Какая неудача, утверждает Оливер. Может быть, он нарушил правила, но зачем же прерывать бой? Он работает над своими ударами, тем не менее, грань слишком тонка. Они действительно живут на грани. Что один, что другой. Возможно, кому-то предстоит главная боль. Я думаю, что это будет не Оливер. Может быть, Боу. Это седьмой раунд. Продолжается бой. Я думаю, что Оливер гораздо более интересно подготовлен. С другой стороны, Тедрик опытный человек, который умеет делать долгие удары. Теперь ему нужно время для подготовки. Оно ему нужно, и он его получает. Всего лишь одно движение. Осталось полминуты. И этот парень падает на пол. Пожалуй, он только что отказался от целого состояния. Дисквалификация? Неприятности. Боже мой, кто-то из лагеря его противника начинает драку. Боже мой, зрители спасают ситуацию, невероятная ситуация в Madison Square Garden. Человек ничего не знает. Он не знает, что делать, не знает, кому идти. Более того, он не знает, зачем это все началось. Дисквалификация однозначно. Печальная, печальная сцена, которую мы все с вами наблюдаем. Менеджер уже здесь. В центре драки. И я надеюсь, что это не воспрепятствует нашим будущим встречам. Потому что тот, кто выигрывает, тот проигрывает. Бокс интересен тем, что никто не знает, где защищаться, когда нападать. Он решил сесть, или это нокаут? Никто не знает. Я думаю, что он просто обдумывает ситуацию.
Джон Конти и Сейд Мохаммед работают друг с другом. Сейд Мохаммед, казалось бы, выигрывает. С другой стороны, чемпион в среднем весе Джон Конти знает, что делает. Он может выиграть по очкам, а Сейд Мохаммед недоволен. Это я точно могу сказать. Да-да, безусловно, недоволен. Боже мой, какая ужасная ситуация. Да, Сейд Мохаммед недоволен. 25 секунд прошло в этом раунде, и смотрите, что происходит. Они зашли слишком далеко, я думаю. Я практически в четверть века обсуждал вопросы боев за звание чемпиона мира. Тем не менее, не видел ничего более драматического, чем безумные и ужасные слезы. Бой со слезами. Раунд 10. Может быть, это последний раунд. Может быть, это позор для кого-то. Может быть. С другой стороны, всегда нужно быть мужчиной и не давать волю эмоциям. Смотрите, что произошло в этом бою. Ему не место на ринге. Ты что, ты с ума сошел? Ты обалдел? Не делай это. Не делай это с собой. Не делай. Ты можешь выйти на бой. Не делай этого. Не делай. Выходи. Драться будете? Что? Драться будете? Буду. Ты будешь драться? Подумай о своей дочери. Да, он выходит на ринг. Надо же. Он опять выходит на ринг. Умница. Он пытается драться. Вы хотите драться, сказали ему в перерыве. Он сказал, нет, не хочу. Да, конечно. Это тяжело. Это безумная моральная драма для всех. Все кончено. Если он сейчас сложит руки, все кончено. Неужели он сложит руки? Нет, он не дает удар. Его противник Майк Уивер работает как заведенный. Все кончено. It was also a crying shame the night John Conti was up and down like a yo-yo when he challenged Matthew Sutherland. То же самое произошло, когда Джон Конти боксировал с Мэттью Сазерлендом в 1980 году. Раз, два, три. Почти упал. Чуть не до шестого раунда. Шесть, семь, восемь. И после восьми он встает. Конечно, он знает, как работать, и опять падает. Боже мой, какой ужас. И это финиш. По-моему, это конец этого боя. Никто ему теперь не поможет. Мексиканский рефери говорит, что да, правила были нарушены. Вот в этом моменте. Хотя я не знаю, так ли это. Он прыгает вверх-вниз. Я считаю, что неудача Конти целиком на плечах мексиканского рефери. Рефери мог вести бой по-другому. Более того, Конти был хорошо подготовлен и знал, как боксировать. С того самого момента неудача для Конти пошла все дальше и дальше. В четвертом раунде он буквально упал лицом в лужу. Он не смог защитить свой титул, и в 15-м раунде он проиграл. Последняя минута раунда. Время вышло. Марк Уивер выходит. Какой финиш удивительного боя. Невероятно.
Сколько можно считать? До сотни? Мы этого давно не видели. Да, это был финиш для Джо Конти, и это начало для многих боксеров. Спасибо за вашу компанию, спасибо. Боритесь и деритесь. Безумный бокс.